Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, рад вас приветствовать и с удовольствием приглашаю участвовать в Российском экологическом конгрессе, который пройдет в ноябре этого года. С моей стороны, хотелось бы вас немножко погрузить в те сессии, которые посвящены лечению пациентов с колоректальным раком. При этом мы коснемся практически всех вариантов лечения и клинических ситуаций. Хирурги с лучевыми терапевтами готовили сессию как раз по лечению резектабельных форм заболевания. С нашей стороны мы представили несколько сессий, посвященных системной терапии данной патологии, начиная от лекции, которая посвящена, скажем, тому, как от биологии опухоли дойти до перспективных направлений в лечении данной нозологии, до двух сессий, посвященных уже классическим вопросом лечения нашего заболевания, в частности, дифференцированного подхода в подборе первой, второй линии терапии, поддерживающей терапии и так далее. То есть отойти от понимания, что у нас всего три химиопрепарата и пара таргетных препаратов, к тому, что каждый пациент требует определенного варианта лечения, позволяющего продлить его жизнь. Кроме этого, эти сессии насыщены и большим количеством отечественных исследований оригинальной направленности, то есть то, что исследователи-доктора в своей рутинной практике, а также в лабораториях стремились понять, а какие факторы также нам помогут в выборе терапии. Поэтому с удовольствием вас еще раз приглашаю.